И показывает Севастополь. Доброе утро. В эфире программа «Решаем сообща». Уважаемые телезрители и радиослушатели, сегодня у нас в гостях Александр Юрьевич Петухов. Он председатель городской избирательной комиссии. До выборов осталось 4 дня. Выборов знаковых. Мы впервые выбираем губернатора Севастополя. И поэтому Александр Юрьевич сегодня готов ответить на все ваши вопросы. Я думаю, что у многих они есть по отношению к участию в голосовании. Телефон в студии 54-89-55. Пожалуйста, звоните к нам на прямую линию. А также можно позвонить в редакцию. Екатерина Мазурова, помощник начальник пресс-центра избирательной комиссии, там тоже принимает ваши звонки. Александр Юрьевич, я знаю, какое напряженное, какое ответственное время сегодня для вас наступило. Я вас очень благодарю за то, что вы согласились принять участие в этой программе, ответить на прямые вопросы наших избирателей. Ну и, наверное, поблагодарить всю комиссию за огромную работу, которую до сегодняшнего дня провела ваша избирательная комиссия. Мы начинаем. Наверное, сначала расскажем о том, о тех основных положениях закона, которые регламентируют вот этот выборный процесс. Большое спасибо за приглашение. Действительно, осталось совсем немного времени. 4 дня до дня голосования. Вот я бы все-таки хотел сказать о том, что не только Севастопольская городская избирательная комиссия, а все избирательные комиссии города Севастополя, это 4 территориальные избирательные комиссии в каждом районе. Наши 184 на сегодняшний день участковые избирательные комиссии провели, с моей точки зрения, колоссальную подготовительную работу. Если бы, опять же, не постоянная, повседневная помощь правительства города Севастополя, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, я имею в виду в первую очередь, правоохранительные органы, наверное, мы бы не смогли подойти к этому дню, с моей точки зрения, практически в полной готовности к проведению голосования. Вот, конечно, в течение этих дней последние штрихи будут наведены. Вот, помещения для голосования будут окончательно готовиться, оборудоваться, оснащаться технологическим оборудованием, размещаться информационные материалы 7, 8, 9 числа. Но самое главное, что все помещения для голосования определены, вот, все участковые избирательные комиссии надлежащим образом укомплектованы, вот, документация полностью подготовлена, ее осталось доставить на избирательные участки, вот, и встретить наших избирателей 10 числа в 8 часов на всех избирательных участках. Напомню, что 2 из них будут на кораблях Черноморского флота. Вот, мы будем находиться в непосредственной связи с командирами кораблей, с председателями участковых избирательных комиссий. Так что информация оттуда к нам постоянно поступает. Она такова, что мы можем сделать вывод о готовности избирательных участков на наших судах, находящихся в плавании, тоже вполне как достойно. Вот. Если мы говорим об основных положениях закона, напомню, что правом участвовать в выборах губернатора города Севастополя обладают все граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории города Севастополя, достигшие возраста 18 лет на день голосования, на 10 сентября. У нас будет достаточно много впервые голосующих молодых людей. Да. Да, для них мы предусмотрели такие небольшие сувениры, вот, чтобы этот день запомнился им не только тем, что это действительно крайне важное историческое событие, но еще вот как первая возможность исполнить свой гражданский долг по достижению 18-летнего возраста. Также есть еще некоторые ограничения, связанные со здоровьем, там, другими вещами, но в подавляющем большинстве это так. Кроме этого, закон города Севастополя наделяет активным избирательным правом на выборы губернатора города тех граждан, которые зарегистрированы на территории города Севастополя по месту пребывания, но не позднее 11 июня этого года.
То есть человек может проживать в другом городе и быть прописанным, но он находится в этот момент в Севастополе и хочет принять участие в голосовании. Это имеется в виду? Все-таки не совсем так. Закон связывает такого избирателя с тем, что он достаточно длительное время уже проживает на территории города Севастополя, хотя не имеет здесь постоянной регистрации. Поэтому это не распространяется на всех тех, кто по каким-либо делам оказался на территории города. День голосования нет. Должен быть человек зарегистрирован по месту пребывания не позднее 11 июня этого года. Только в этом случае он обладает правом принять участие в выборах губернатора города Севастополя. Вот, наверное, если мы говорим о составе избирательного корпуса. Когда выборы считаются состоявшимися, и кто побеждает в этих выборах, сколько нужно набрать голосов, сколько, каков процент и так далее. Давайте еще раз напомним. Выборы признаются состоявшимися и действительными избирательной комиссией города Севастополя. Мы своим решением оцениваем, насколько волеизъявление граждан было надлежащим образом установлено на каждом избирательном участке, каждой территориальной избирательной комиссии. На этом основании составляется наш протокол. Что касается избрания, то в соответствии с законодательством избранным признается зарегистрированный кандидат на должность губернатора города Севастополя, которых у нас 5, как вы помните, который набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Вот таковы параметры, которые позволят нам принять решение о результатах выборов. Спасибо большое. Я хочу напомнить, в эфире программа «Решаем сообщать». Сегодня на ваши вопросы отвечает Александр Юрьевич Петухов. Он председатель городской избирательной комиссии. Я вижу, что табло горит, уже нам начали звонить в студию слушатели или зрители. Пожалуйста, мы вас слушаем. Возьмите трубочку, Александр Юрьевич. Здравствуйте. Пожалуйста, выслушайте такую деликатную просьбу избирателей. Не лишайте нас праздника выборов. Мы, ветераны, тоже хотим принять участие в выборах на избирательных участках. Когда-то за ветеранами присылали машины, такси. По существу, Александр Юрьевич, я знаю, в городе действует программа «Социальное такси». Может быть, действительно есть возможность у ветеранов войны воспользоваться этой услугой в день голосования? Или это дело избирательных участковых комиссий по конкретным людям? Хорошо, давайте мы это дело попробуем каким-то образом проработать на сегодняшний день. Для этого нужны, наверное, адреса и фамилии. Да, на сегодняшний день я не могу сказать на этот счет категорического «да», но мы обязательно об этом задумаемся вместе с правительством города Севастополя. Но действительно, для того, чтобы такого рода просьбы, если они будут поступать, для того, чтобы их исполнить, нам как минимум нужно понимать конкретные адреса. Да, что это за просьба, условно говоря, где ветеран Великой Отечественной войны, пенсионер, то есть тот человек, который по каким-либо причинам не может прибыть на избирательный участок, где он проживает, вот, с тем, чтобы понять, сможем ли мы эту услугу оказать. На самом деле, если даже такого рода услуга не может быть оказана, или, допустим, не всем, до всех мы сможем таким образом доехать, то есть возможность голосования вне помещения для голосования каждому человеку, который по каким-либо причинам, по состоянию здоровья. Ну, участок не может. Инвалидность, да, сам не может прибыть в помещение для голосования. Уважаемые ветераны, уважаемые пенсионеры, пожалуйста. Еще не поздно. Конечно, нет. Не пожалуйста, поздно. Самое. Телефоны участковых избирательных комиссий, тех избирательных участков, в пределах которых вы проживаете, они имеются. Вот. И на сайте Севастопольской городской избирательной комиссии опубликованы в нашей газете, в Севастопольских известиях. До каждого почтового ящика практически уже сейчас донесена информация о том, где находится помещение для голосования вашего избирательного участка, какой телефон там. Вот. Обратитесь, устно ли,
непосредственно. Могут родственники даже позвонить, да? Через родственников, не только через родственников, через любых людей, которые готовы вам оказать помощь. Угу. Работники социальных служб, обратитесь на, позвоните на избирательный участок, обратитесь в участковую избирательную комиссию. Мы, безусловно, каждое такое заявление включим в наш реестр, и в день голосования обязательно дойдем до каждого человека, который нуждается в нашей помощи, готов проголосовать вне помещения для голосования. Если же все-таки у вас хватит сил, возможностей прибыть на избирательный участок, то волонтеры, которые будут на каждом практически втором избирательном участке, обязательно помогут вам и подняться по лесенке сама, и подойти к соответствующему столу участковой избирательной комиссии, познакомят вас с информацией о кандидатах, при необходимости даже окажут помощь в заполнении избирательного бюллетеня. Такая возможность допускается законодательством, да. Вот. Есть определенные процедуры, но это допустимо. Вот. И никто не имеет права отказать человеку, который нуждается в этой помощи, в том, чтобы она была оказана. Например, со слабым зрением. Да, там какие-то там прыгающие или бегающие по избирательному участку ангажированные наблюдатели или еще кто-то. Ни в коем случае на избирательном участке должен быть порядок, и помощь может быть оказана любому человеку, в ней нуждающимся. Александр Юрьевич, ну вы знаете, меня в этом обращении тронула сама позиция, что человек хочет принять участие в этом празднике непосредственно. У нас Наталья Александровна, наш редактор, она записала адрес. Давайте вот конкретно по этой женщине разберемся. Мы продолжаем работу в эфире. Александр Юрьевич Петухов отвечает. Слушаем вас. Доброе утро, студия. Александр Юрьевич, одна из целей избирательных комиссий – это обеспечить доверие избирателей к результатам голосования. У меня вопрос, могут ли избиратели Севастополя, впервые избирающие губернатора города, быть уверены, что фальсификация результатов голосования исключена? Какие силы и средства применяет избирательная комиссия для достижения доверия избирателей к результатам выборной кампании? Это первый вопрос. И второй вопрос. Кандидаты в депутаты активно, не побоюсь этого слова, замусорили город агитационными плакатами. Они висят на стенах домов, все видят, все мы видим, на дверях мусороприемников. Они продолжили тот беспорядок в расклейке рекламы. Лица кандидатов в депутаты ни о чем не говорят избирателю. Нужны их поступки. Ведь если бы кто-то из них организовал очистку города от этой хаотичной рекламы, то этого бы кандидата обязательно запомнили и за него, наверное, бы проголосовали. В передаче «Решаем сообща» жители часто задают вопросы, требующие решения по обеспечению качества жизни севастопольцев. И вот если бы будущие депутаты смогли пробить решение хотя бы отдельных таких вопросов, то таких депутатов опять бы точно запомнили и за них проголосовали. У меня вопрос. Кто должен очистить город от агитационной вот этой вот рекламы после выборов? Спасибо вам. Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Ну, фальсификация. Ну, начнем, наверное, с первого вопроса. На самом деле, я бы, в принципе, не ставил вопрос о возможности фальсификации итогов голосования на территории Российской Федерации. Я с такого рода вещами не знаком, и поэтому для себя их даже не допускаю. Поскольку считаю, что каждый человек, работающий на избирательном участке, он, как минимум, очень патриотично настроен, потому что это исполнение государственной обязанности, вот, это не очень большие дополнительные деньги. Вот, поэтому работают люди-энтузиасты, работают люди, с моей точки зрения, крайне честные и порядочные. Это первое, что можно сказать, ответив на этот вопрос. А потом система контроля, Александр Юрьевич, согласитесь, да, кроме сейчас, того, кроме сейчас это того, просто невероятно. У нас достаточно большие возможности по общественному контролю за тем, что происходит на избирательном участке в день голосования и при подведении его итогов. То есть это первое. Наблюдатели, которые назначаются как... Только от партии или от каждого кандидата? Как зарегистрированными кандидатами, так и выдвинувшими их избирательными объединениями. Это если мы говорим о выборах губернатора города Севастополя. Вот. Далее, это члены комиссии с правом совещательного голоса. В каждую
участковые в каждую территориальную избирательную комиссию могут быть назначены нашими зарегистрированными кандидатами. Вот. То есть на избирательном участке, если взять простую математику сегодняшнего дня, могут присутствовать 10 наблюдателей, если мы говорим про губернаторские выборы. Вот. Угу. И вот каждого кандидата, члена комиссии, с правом совещательного голоса. Да? Это получается еще 5 человек. То есть состав комиссии 10-16 человек, в зависимости от численности избирателей на соответствующем избирательном участке, ровно такое же количество людей, которые осуществляют наблюдение за голосованием, фактически внешний там, общественный контроль, можно даже сказать, аудит деятельности участковой избирательной комиссии. Угу. При этом средства массовой информации могут посещать все избирательные участки. Для этого, правда, надо иметь соответствующее аккредитационное удостоверение. Вот. Но это все, так сказать, процесс технологический, он всем известен и спокойно решается. Вот. При этом на избирательном участке можно осуществлять фото- и видеосъемку, то есть фиксировать все то, что там происходит, для того, чтобы в дальнейшем там, иметь документальное подтверждение того, что на избирательном участке действительно все было очень достойно. Потом каждый час передают данные, да, Александр Юрьевич? Конечно. Тут в электронном виде, да, тем более. Тут еще что интересно, ведь в этом году на каждом избирательном участке, благодаря усилиям правительства города Севастополя, вот мы об этом просили наших коллег. На каждом избирательном участке будет использоваться программа «Технические средства» для составления протокола участковой избирательной комиссии автоматизированным способом с последующим цифровым кодированием информации, которая в этот протокол будет зашита. То есть данные в протокол вносятся публично, данные о том, какое количество бюллетеней обнаружено там, в переносном ящике, какое количество бюллетеней обнаружено в стационарном ящике, непосредственный подсчет бюллетеней осуществляется открыто и гласно. Все эти цифры сразу же оглашаются, вносятся в увеличенную форму протокола, в соответствующую строку протокола, который находится на автоматизированном рабочем месте участковой избирательной комиссии. То есть процесс составления протокола является гласным и открытым. И как минимум изменить результаты этого подсчета в присутствии такого количества, во-первых, исполнителей раз, я имею в виду членов участковых избирательных комиссий права решающего голоса и лиц, которые контролируют этот процесс, практически невозможно. Возникает вопрос, возможна ли модификация данных протокола участковой избирательной комиссии при их вводе в систему госвыборы, которая в дальнейшем позволяет составить протокол территориальной избирательной комиссии и, соответственно, протокол наш. Я гарантирую вам, что при такого рода, при использовании такого рода программ технических средств это невозможно, потому что все данные протокола зашиваются в двухмерный цифровой код, который может быть сфотографирован любым человеком, присутствующим на избирательном участке, и в дальнейшем использоваться для сопоставления данных, которые будут нами выложены в сети интернет, зафиксированы в протоколе территориальной избирательной комиссии по каждому избирательному участку. То есть открытость процесса установления итогов голосования, с моей точки зрения, в принципе не позволяет ставить вопрос о фальсификации итогов голосования, и этого, безусловно, не будет. То есть современные технологии, они, с одной стороны, и ускоряют процесс, и, с другой стороны, выступают некой гарантией. Почему? Потому что данные с участка становятся доступными практически незамедлительно любому человеку, пользующемуся современными, условно говоря, устройствами, там, гаджетами, кто как их называет. Вот. Поэтому взял карандаш, написал один участок, взял карандаш, записал другой, сплюсовал и посмотрел, насколько те данные, которые ты сам получил, соответствуют тому, что отражено, допустим, в интернете. Потому что на нашем сайте незамедлительно вся информация относительно того, как на избирательном участке проголосовал, вносится в форму сводной таблицы и с нарастающим итогом фиксируется. Пожалуйста, смотрите. Огромное вам спасибо за этот подробный и развернутый ответ. Вы знаете, не надо скрывать, были разговоры, мы еще привыкли, знаете, когда таких технологий не было, и были возможности каких-то
нарушений. Александр Юрьевич, теперь главный вопрос второй. А кто будет убирать действительно вот эту наглядную агитацию после окончания выборов? Ну, это если... вас не волнует? Нет, почему? Ну, конечно, потому что мы же живем в городе самом. Хотелось бы, чтобы он был всегда чистеньким и аккуратненьким. Но, если честно, вот я не заметил сколько-нибудь серьезного замусоривание. Да, сколько-нибудь серьезного замусоривания города именно предвыборной агитации. Согласитесь, все достаточно корректно. Во-первых, для размещения агитационных материалов используются те поверхности, которые для этих целей предназначены. Да? То есть на коммерческой основе самые кандидаты, так сказать, размещают свои агитационные печатные материалы на билбордах, на ситилайтах. То есть это те места, которые с точки зрения и законодательства о выборах и с точки зрения законодательства иного, допустим, которое обеспечивает жизнедеятельность, которое регулирует жизнедеятельность города, все это допустимо. Вот. Почтовые ящики, возможно, самое, заборы практически не видел. Тут на самом начальном этапе был у нас один кандидат, который попытался использовать старую практику развешивания агитационных материалов на заборах, но это дело было быстренько пресечено. Вот, и в дальнейшем, то есть ваша комиссия за этим тоже смотрит? Да, в дальнейшем, так сказать, такого рода вещей практически не было. На каждом в пределах каждого избирательного участка размещены информационные стенды. Да, во внутренних территориях есть информационные стенды. Я вот, допустим, каждое утро хожу, читаю, что нового наши кандидаты разместили на этих информационных стендах в районе проспекта Октябрьской революции. И не увидел, допустим, в нашем районе какого-то такого рода замусоренности. Если это действительно есть, управляющие компании, вот, департамент городского хозяйства. Нет, департамент городского хозяйства, проинформируйте об этом, а мы уже дальше будем вместе этим заниматься. Ага. Александр Юрьевич, спасибо вам большое за такой развернутый ответ. Мы продолжаем работу по телефону. Я напоминаю, 54-89-55, наша прямая линия. Или звоните в редакцию 54-48-62. Александр Юрьевич, возьмите, пожалуйста, трубку. Александр Юрьевич, я ветеран. Ага, он стоит у телевизора. Ветеран войны. Мы многие годы с соседями и друзьями всегда с большой радостью ходили на выборы. Выборы — это для нас как очередной огонек на изменение к лучшему. Но сейчас, в последнее время, очень беспокойная обстановка вокруг нас. У меня вопрос. Как будет обеспечена безопасность на избирательных участках? Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за вашу активность. Вот я как раз начал свой, ну, условно говоря, вводные слова, да, именно с того, что правительством города и правоохранительными органами также проведена колоссальная работа по обеспечению всех, условно говоря, вещей, связанных с избирательной кампанией, с процессом голосования, с днем голосования. И очень серьезное внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности на избирательных участках. Это касается и безопасности пожарной, вот, это касается и других вопросов, связанных с предупреждением каких-либо чрезвычайных ситуаций, таким образом позволю себе сказать. Угу. То есть все избирательные участки будут оборудованы металлодетекторами, стационарными либо переносными. На каждом избирательном участке предусмотрено круглосуточное дежурство сотрудника полиции, который будет контролировать не только помещение для голосования, но и прилегающую территорию, потому что дежурство организовано группами по 2 человека, за что большое спасибо управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Севастополю, потому что это, конечно, колоссальная нагрузка на личный состав наших правоохранительных органов. Вот, люди... Все, что можно для того, чтобы закрыть каждый избирательный участок, сделали. Вот. Это второй момент. При этом на каждом избирательном участке, либо на группе участков, если они расположены в одном здании, будут дежурить сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Они, в первую очередь, их задача — это вопросы противопожарной безопасности. Вот. Другое дело, что каждый должен быть также внимателен ко всему происходящему. Вот, есть определенный порядок поведения в общественных местах, которым
относится, в том числе и помещение голосования, в день голосования, да, надо быть еще самим очень внимательным и бдительным. Вдруг, если вы что-то там заметите, что-то заставит вас заволноваться по этому поводу. Ну что говорить, провокации да, ведь да, тоже не исключены. Обязательно нужно проинформировать об этом сотрудника правоохранительных органов, сотрудника МЧС, вот, председателя участковой избирательной комиссии, с тем, чтобы могли быть предприняты меры, в том числе касающиеся антитеррористической защищенности каждого нашего объекта. Действительно, приграничная зона, не все так просто вокруг. Конечно. Да, нужно, вернее, быть очень внимательным. Хороший вопрос, спасибо вам, Александр Юрьевич. Опять же говорю, вся необходимая работа подготовительная в этом направлении проведена, и в течение дня голосования будет, безусловно, находиться под непосредственным контролем и правительства города, и руководящего состава правоохранительных органов. Александр Юрьевич, я знаю, что вы практически каждый участок посетили сами на предмет укомплектованности и так далее, и члены вашей комиссии. Есть сегодня какие-то проблемы, которые вот еще можно решить в оставшиеся 4 дня? Я имею в виду по обеспеченности комиссии. Ну, конечно, еще есть масса вещей, которые необходимо сделать. Вот я вот, если говорить четко и открыто, то у меня нет никаких сомнений, что вся та работа, которая запланирована и должна быть завершена к 9 числу, она будет завершена. Вот. Другое дело, что где-то побольше осталось того, что сделать, где-то чуть-чуть поменьше. От председателей комиссии вот тоже многое зависит. Да, ну все мы люди, человеческий фактор еще никто не отменял. Вот. При этом, опять же, мы должны доставить на избирательные участки необходимую документацию. Кстати, пользуясь случаем, расскажу о том, что избирательные бюллетени для голосования на выборы губернатора города Севастополя тем тиражом, который был нами определен, изготовлены. Вот. Жалко, вы не взяли. Они простые, да? Да, очень простые избирательные бюллетени, но при этом содержащие достаточное количество степеней защиты, не позволяющие, с моей точки зрения, осуществить их подделку. Вот. Все разговоры на этот счет, это, с моей точки зрения, исключительно там, какие-то там разговоры пустые, там провокационные, с попыткой сказать какие-то там нехорошие вещи в чей-то адрес. Ну, вот. Выборы без этого не обходятся, ну, всегда, да. Александр Юрьевич. Это дело все, бюллетени избирательные изготовлены. Вот 7 числа Севастопольская городская избирательная комиссия будет принимать тираж бюллетеней от типографии исполнителя. Приглашены все зарегистрированные кандидаты, проинформированы политические партии. Вот, средства массовой информации. То есть процесс будет, как я уже говорю, любое наше действие предельно открыто. Пожалуйста, приходите, смотрите, контролируйте, наблюдайте. Вот. После этого, соответственно, избирательные бюллетени будут распределены между участковыми избирательными комиссиями, уже решениями территориальных избирательных комиссий, и в течение 8-9 числа будут готовиться. Напомню, уважаемые наши избиратели, дорогие севастопольцы, что избирательный бюллетень должен быть, ну, есть определенные реквизиты, которые свидетельствуют о том, что он является бюллетенем установленной формы. А именно, это не только сам бюллетень, да, но он должен быть заверен 2 подписями членов участковой избирательной комиссии. Да, в правом верхнем углу. Да, 2 подписи членов участковых избирательной комиссии с правом решающего голоса и печать участковой избирательной комиссии того избирательного участка, на котором этот бюллетень выдается. То есть нельзя использовать избирательный бюллетень с печатью участковой избирательной комиссии, например, 185-го избирательного участка на 184-м. Очень спасибо большое. Обратите внимание, то есть, что, какой да, номер стоит. У нас есть достаточно большое количество избирательных участков, которые расположены в одном здании, недалеко друг от друга. То есть, как бы надо постараться не ошибиться и подойти именно к ящику для голосования того избирательного участка, на котором ты реально голосуешь. Вот. Вот как-то так. Когда бюллетень считается недействительным? Бюллетень считается недействительным в том случае, если в этом бюллетене, если мы говорим про губернаторские выборы, отметка напротив фамилии того или иного кандидата отсутствует, либо содержит более чем одной отметки в квадрате напротив фамилии
То есть человек того или иного кандидата. Взял, да. И две галочки поставил за одного, за другого. Недействительно. Не поставил ничего. Тоже недействительно. Тоже недействительно. Да. А испорченный? Есть разница? Ну, испорченный это если, допустим... Надорвал или зачеркнул всех. Если надорвал, это ничего. Зачеркнул, это, ну, как бы волю можно все равно выявить. То есть в том случае, если бюллетень содержит информацию не ту, о которой я сейчас сказал, да, то есть если напротив фамилии кандидата не поставлена любая отметка. Можно вот, крестик, можно галочку, да? Да, любой самый, да, никаких проблем. То в любом случае участковая избирательная комиссия вправе любой избирательный бюллетень при его подсчете оценить на предмет того, можно ли из той информации, которая в нем содержится, да, которая написана там избирателя, можно ли из него выявить волю избирателя. Да? Ну, обычно такого рода бюллетени признаются недействительными, но при определенных обстоятельствах это возможно. Александр Ильич, ну если вот... Практика разная есть на этот практика счет. Практика разная бывает. А вот во время выборов произошел какой-то конфликт между избирательной комиссией и избирателем. Ну, всякие бывают случаи, да? Все мы люди и так далее. Тем более сейчас такая нервная жизнь. А как разрешаются эти конфликты? Ну, конфликты могут быть различными, да, то есть, допустим... Ну, например, человек взял бюллетень, он его сказал, я ошибся, я не так проголосовал, дайте мне другой, я переголосую. Вот, например, такой случай. Ну, с моей точки зрения, это не конфликт, это обычная рабочая ситуация. Законодательство очень четко регулирует данную процедуру, то есть избиратель вправе заявить о том... Что он, ну, условно говоря, при заполнении избирательного бюллетеня совершил ошибку. Ну, в силу, допустим, я не знаю, любой. Ну, плохое зрение, да, или там просто разволновался, конечно. Или просто не так увидел. То есть он может подойти с этим избирательным бюллетенем к члену участковой избирательной комиссии, который выдавал до этого избирательный бюллетень, об этом заявить. Вот, избиратель, безусловно, избирателю будет выдан избирательный бюллетень взамен испорченного. Об этом делается соответствующая отметка и в списке избирателей, и на избирательном бюллетене. При этом избирательный бюллетень незамедлительно погашается. Вот, и процесс идет дальше. Александр, спасибо большое, Александр Юрьевич. Вот вы такую информацию сегодня нам рассказали, которую, наверное, многие не знали. Мы еще слушаем ваши звонки. Очень большой интерес в ваше выступление. Слушаем, слушаем. Добрый день. Добрый день, говорите. Я... Говорите, говорите, мы вас слышим. Говорите. Добрый день. Да, у меня такой вопрос. Мы прописаны по форме номер 3. Угу. Общежитие. Говорите, говорите, мы вас слышим. По регистрации по месту прибытия с 16 года по 21 год. Мы имеем право голосовать или нет? Угу, спасибо. Еще раз обращу внимание на то, что закон города Севастополя наделяет правом голосовать на выборах губернатора города Севастополя тех граждан Российской Федерации, подчеркну еще раз, граждан Российской Федерации, которые зарегистрированы на территории города Севастополя по месту пребывания до 11 июня этого года включительно. Кроме того, это если мы говорим о материальной стороне вопроса, да, материальная, да. При этом закон города Севастополя предусматривал и предусматривает обязанность такого рода избирателей прибыть в территориальную избирательную комиссию не ранее 11 июля этого года и не позднее, чем за 12 дней до дня голосования, и написать заявление о том, что я есть такой, вот, прошу включить меня в список избирателей на соответствующем избирательном участке, на избирательном участке по месту регистрации, по месту пребывания. Вот, многие это сделали, наверное, многие этого не сделали, потому что в силу, может быть, неосведомленности этого не знали, вот, или там не посмотрели закон в свое время. Мы сориентировали участковую избирательную комиссию на то, что в каждом такого рода конкретном случае надо будет нам разбираться. То есть человек приходит на избирательный участок. С паспортом. Надо вот напомнить, да, что все должны прийти на избирательный участок с паспортом. Он имеет право. Он
избиратель, но он не выполнил определенные действия, предусмотренные законом. Конечно, наверное, это не совсем хорошо, но при этом все-таки, наверное, право, оно как бы сильнее процесса, да, и поэтому участковая избирательная комиссия, в случае, если такого рода избиратель обратится к ней, вот, рассмотрит данное обстоятельство, выяснит, условно говоря, действительно ли это так, как говорится, да, то есть гражданин Российской Федерации, раз, регистрация по месту пребывания, два, это самое, зарегистрирован не позднее 11 июля, три, то есть все-все-все обстоятельства дела, вот, и может принять решение о включении избирателя в список избирателей дополнительно на соответствующем избирательном участке, выдать ему избирательное бюллетень, избиратель сможет проголосовать. В том случае, если комиссия, принимая решение, будет отказывать в этой ситуации, то у каждого избирателя есть право обжаловать решение участковой избирательной комиссии об отказе в включении в список избирателей, да? В суд. Суд. Вот. То есть в день голосования данный вопрос разрешается в судебном порядке. Вот, ну, мы соответствующие рекомендации дали. Вот, они состоят в том, что нужно очень внимательно и благожелательно отнестись к такого рода избирателям. То есть, если человек пришел на избирательный участок, он как минимум хочет участвовать в жизни города. Он чувствует свою гражданскую ответственность за то, что на территории города происходит. Он зарегистрирован здесь на достаточно длительный срок, уехав с того места, где зарегистрирован по месту жительства, может быть, там, где до этого 20 лет проживал. То есть, ну вот, в любой ситуации надо оставаться в первую очередь людьми. Александр Юрьевич, ну вот все-таки этот самый популярный вопрос, если человек не нашел себя в списках. Я конкретно знаю вот по многим участковым избирательным комиссиям, насколько внимательно работали с реестром избирателей. Сама лично обращалась, и действительно весь реестр избирателей выверен. Ну и все-таки вдруг нет в списках. Что делать? Ну, он выверен, но вы правильно говорите, и я могу это сказать честно и открыто. Наверное, все-таки не на 100%. Потому что такого рода вещи, они все равно имеют какое-то время задержки по... То есть вот информация относительно того, что человек зарегистрировался по месту жительства на территории соответствующего избирательного участка, попадает к нам, ну, несколько позже того, как это действие фактически произошло. Вот штамп в паспорте, условно говоря, регистрация по месту жительства, мы эту информацию получаем, ну, в лучшем случае, в течение месяца. Да. В период избирательной кампании в течение 10 дней. Понятно, что те люди, которые не зарегистрировались на территории избирательного участка уже после передачи списков избирателей на избирательные участки, наверное, там не окажутся. Ничего страшного. Есть, опять же, возможность включения избирателя в список избирателей дополнительно. Но при этом, как показывает практика, нам надо убедиться в том, что его действительно там нет. Потому что иногда члены участковых избирательных комиссий, работающие с конкретной книгой, выдающие избирательный бюллетень, ну, к концу дня устают и просто могут просмотреть данные об этом избирателе в списке, потому что не он сам себя находит, а этим занимается член участковой избирательной комиссии, выдающий бюллетень. Особенно не вопрос, обращается к секретарю участковой избирательной комиссии, так, мол, и так, вот паспорт, все. Во-первых, секретарь участковой избирательной комиссии устанавливает действительно, что этот избиратель является тем человеком, который должен быть включен в список избирателей именно на этом избирательном участке, проверяет отметку в паспорте. Потом мы сориентировались, что он должен подойти к члену участковой избирательной комиссии, который работает с книгой, вот, условно говоря, по этому дому, по этой улице, по этим домовладениям, и убедиться в том, что его там действительно нет, может быть, там подсказать. Если это так, то включается список избирателей дополнительно на основании решения комиссии. Мы копируем там все необходимые данные. Фактически там дело такое вот для того, чтобы комиссия приняла решение, составляем. Ну и избирательный бюллетень в руки, кабинка. Наша передача уже подошла к концу. Вы не поверите, вот так быстро пролетело время. Огромное вам спасибо за этот интересный рассказ и очень подробный о том, как пройдут выборы губернатора и кандидатов. Депутатов законодательного собрания. Александр Юрьевич, закрываются наши избирательные участки, еще раз напомню, открываются в 8, закрываются в 20 часов. В 20 часов. Пожалуйста, все на выборы. Так ли? Ну, мы приглашаем всех избирателей города Севастополя от имени Севастопольской городской избирательной комиссии, всех территориальных избирательных комиссий, участковых. Уважаемые
Прекрасно. Друзья, уважаемые севастопольцы, дорогие избиратели, сделано многое. Выбор за вами. Спасибо большое. У нас сегодня на ваш вопрос отвечал Александр Юрьевич Петухов. Он председатель городской избирательной комиссии. Над программой работала творческая группа радио и телевидения информационного канала Севастополя. Режиссер и оператор программы Игорь Петрушак, редактор по телефону Наталья Григорьева. Нам помогала Екатерина Мазарова и звукорежиссер программы Александр Могилевский. Была программа Светлана Спалева. До новых встреч в эфире. До свидания.